Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль Hyundai Solaris 2018 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,6 литра на автоматической коробке передач. У автомобиля небольшой пробег, всего лишь один владелец. Машина в идеальном техническом состоянии, красивый внешний вид. По салону, давайте покажу вам салон. Состояние салона с вами здесь шикарное, чистый, ухоженный, все целое, все красиво. Переместимся вперед. Спереди у нас с вами такое шикарное состояние салона. Все красиво. Сейчас я вам расскажу еще про комплектацию. Комплектация здесь у нас с вами, если честно, очень даже приятная. У нас есть мультируль. С мультируля можно управлять бортовым компьютером, штатной системой, 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал. Это у нас блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников. Так, корректор фар, подсветка приборов, датчик давления шин, который работает по системе ABS, кнопка отключения стабилизации. Здесь у нас с вами автоматическая коробка передач, ручник работает исправно, две розетки 12 вольт, AUX USB разъем, подогревы передних сидений на два режима, отопитель салона с кондиционером, штатная аудиосистема. В комплекте будут два заводских оригинальных ключа, автозапуск от фирмы Starline, плюс к нему запасной брелок. Автомобиль заведен, ровно работает мотор, ошибок никаких не горит, пробег 80 тысяч километров. Данный автомобиль находится в наличии в официальной столице. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.